Друзья, всем доброе утро. Сегодня я вам покажу отель Передельта. Сейчас мы кратенько пробежимся по нему, посмотрим его достопримечательности. Отель Передельта Resort & Spa, 5 звезд. Вот с левой стороны у нас располагается ресепшн. А в этом отеле у нас 5 этажей, 3 лифта, вот здесь 2, и вот здесь у нас 1. Смотрите, как он выглядит. На первом этаже у нас еще располагаются туалеты. Пойдемте сразу зайдем, покажу вам. Здесь у нас мужской туалет. И там женский, ну, в женский мы не пойдем, и для инвалидов. Это у нас, кстати, нулевой этаж получается. Здесь у нас располагается Сидеф-кафе. Сидеф-кафе, ну, тут соки, пиво, вино, вода. Работает до 10 вечера. Дальше мы с вами идем в Хидеф-кафе. Ну, можем пройти там. Давайте пройдем через центральный вход. Вот, Define кафе, ресторан. Здесь, там в определенное время, я уже точно не помню, потом сделаю вставочку. Пирожные всякие, чай, кофе. В определенный промежуток времени можно здесь отъедать. Вот, посмотрите, эта территория. Сейчас мы с вами спустимся на минус один этаж, называется. Так, ну на первом этаже, на нулевом этаже, в принципе, здесь все. То есть есть кафешка и вот это вот пирожное. Здесь такой зал, тоже маленький, для конференции. Что здесь еще есть? В принципе, больше ничего. Ну так, зона отдыха, если посмотреть, где там встреча с гидами происходит, вот здесь, рядом с Сидеф-кафе. Вот здесь вот. Так, пойдемте спустимся на минус один этаж. Минус один этаж, лесенка. Кстати, на этаже ниже там располагается, ну, типа базарчика. Правда, он сейчас закрыт, потому что время только почти 7 часов утра. Вот, но я вам пробегусь, покажу. Здесь все продаются, тапочки, сланцы. Так, минус один этаж. Здесь у нас есть турецкая баня,
спа, хамам. Вообще он, это турецкая баня и хамам, они входят в тур. Но здесь берут почему-то деньги. $25 стоит. Да, кстати, забыл сказать, что, друзья, вы не ждите, что на ресепшене вас, ну, можно сказать, будут облизывать. О, нет, тут как бы всем пофиг. Приехали, деньги заплатили и все, до свидания. Ждите своего места. Здесь на минус первом этаже располагается у нас ресторанчик. Ну, пока еще здесь ничего не готово. Но сейчас мы успеем все посмотреть. Заходить пока не будем. Или можем зайти. Ладно, сейчас посмотрим. Не, пойдемте, покажу вам. Давайте быстренько пробежимся, посмотрим, может, что есть тут. Здесь у нас хлебушек. Располагается этот завтрак. Смотрите, уже сыры нарезали. Хотя время еще полседьмого. Вот. Блюда. Разные сорта сыров, колбаса. Зелень, огурцы, помидорчики. Здесь на завтрак также есть яички. Это, по-моему, сосисочки порезанные, баклажанчики, помидоры с сыром, картошечка, рулетики, сосисочки. Также здесь есть у нас диетический стол. Вот, но его еще пока не накрыли. Еще рано. Вот, ну там такое парное, курица, мясо. Кстати, в этом отеле очень много мясных изделий. Это говядина, телятина, свинина. То есть это, в принципе, достаточно большой плюс. Так, здесь у нас еще есть типы йогуртов, вишня, там абрикосы, персики, разнообразные оливочки. Печенюшки, вафли. И, конечно же, фрукты, апельсины, груши, яблоки, сливы, арбузы. Очень вкусные здесь персики. Также есть тут, можно взять кофе, соки, пиво, вино. Друзья, и отсюда мы можем с вами выйти. Можем отсюда, а можем, там есть обход, выйти на бассейн, во двор. Пойдемте посмотрим. То есть мест тут очень много, достаточно количество. Можно также расположиться на улице. Вот. Также здесь тоже все есть. На улице также проходят, пекут там блинчики, гамбургеры всякие вот здесь. Вот нарезочка, колбаска, сыр. Овощи жареные. Ну, здесь пока еще рано, ничего не накрыто. Но также будут омлет. Не помню, что там. Ну, в общем, с едой проблем здесь вообще нет. Вот, выходим мы на бассейн. Здесь у нас располагается в этом отеле 4 бассейна. Один идет центральный, большой. Так, мы зайдем давайте отсюда, с левой стороны, потом так обойдем и справа там все вам покажу. Большой бассейн, огромный. Дальше у нас идет детский. Лежаков, в принципе, здесь достаточно. Вот, есть горки. Вот он, третий басик у нас.
Давайте здесь пройдем, посмотрим. Вот, дальше у нас располагается здесь еще одна кафешка. Не помню, как она называется. Ну, барчик. Вот здесь у нас алкогольные напитки тоже также есть. Вот, с левой стороны стоит коктейли свежих фруктов, соки свежевыжатые. Так, ну вот он барчик. Здесь у нас бухач, пиво, водка, виски. Также здесь у нас делают пиццу. Пицца, я ее, конечно, не пробовал. Вот она что-то мне не понравилась так на внешний вид. Надо попробовать, в принципе. Вот. Отсюда можно пройти, типа набережной сделано. Вот смотрите. Выходим на набережную. Ну, прям здесь вот она. На территории все сделано. Очень удобно, очень красиво. С левой стороны за $15 в день можно вот такие вот лежачки организовать. Видите, с видом на море, прям красава. Но это уже так кайфануть. Тут, короче, в этот 15 баксов входит. В 11 часов коктейль приносит, 12 часов турецкие лепешки, 14 фрукты, 15 чай, кофе, печенье и в 16 часов мороженое. То есть, в принципе, на сутки можно здесь зависнуть и кайфовать. Так, ну смотрите, на море спуск для колясок также есть. Ну и обычный лесенка. Душ. Вот оно море. Море очень чистое. Заход хороший, не знаю, как вам объяснить, ну то есть пологий. Нет таких обрывов, там ничего. То есть камни, мелкие камушки. Вот, лежаков, в принципе, тоже здесь достаточно. Также там есть, вон, будка стоит, водный спорт. Там, ну, можно банально кататься на гидро, на скутерах, водомотоциклах. Так, идем далее. Вот она сделана, набережная. Лавочки. То есть, в принципе, друзья, посидеть вечером с пивасом, там, с вином, с любимой женщиной, женой, девушкой, вообще кайф. Все тут подсвечивается, фонарики вон стоят. Территория очень большая. Так, заходим мы следующую дорожку. Посмотрите, здесь очень-очень-очень красивые пальмы стоят. Место для фоток отменное. Так, дальше у нас здесь есть детская площадка. Детская площадочка тоже такая немаленькая. Столики. Так, с правой стороны еще есть еще туалет уличный. Также здесь сидит фотограф. Можете заказать фотосессию. Он вас там отфотографирует. О, курочки проснулись. Вот, детская площадочка. Тоже она, видите, у нее крыша сделана, чтобы от солнца. Вот, это мы сейчас обошли бассейн, получается. Так, ну давайте сразу, чтобы мы все не пропустили. Есть тут на газончике шахматы. Можно поиграть. Качельки. Теннисный корт есть.
Вот, есть такой Гозлеме. Там пекут, ну, типа лаваши, короче, как там пита называется. С творогом, с картошкой, с сыром. Ну, в принципе, вкусно. Я пробовал. Офигенная вещь. Вот. Так, идем дальше. Идем дальше. Здесь у нас располагается с вами четвертый бассейн. Четвертый бассейн. Вот. Горочки тоже. А вон еще пятый, друзья. Я ошибся. У нас 5 бассейнов. Не 4, а 5. Вон пятый маленький, но он сейчас загорожен. Почему-то его загородили. Курицы там кукарекают, как петухи. Так. И здесь у нас также есть снэк-бар. Снэк-бар работает с 12 до 4. Здесь картошка фри, гамбургеры, салаты, макароны, мясо. То есть, в принципе, можно даже на ужин туда не ходить, ой, на обед не ходить, в сам рестик. Можно здесь все покушать. Вот, здесь также все есть полноценное. Несколько раз просто здесь зависал. Мясо, макарон, булочки там, блин, пиво, вино. Ну, то есть, все есть там. Перекусил, покушал и нормально. Так, есть душевые. Такие, что-то я вам не показал, расположены по отелю. Ну, то есть, после басика выходишь, прям сразу ополоснулся. Нормально. Вот, места здесь тоже, в принципе, достаточно. Так, ну, здесь у нас есть еще такой же спуск на море. Ну, пойдемте прогуляемся на море. Друзья, давайте я сейчас переставлю микрофон. А то, наверное, будет шум. Друзья, все, переставил микрофончик. Петличку, не знаю, будет нормально быть, а то, в принципе, ветерок поддувает. Так, ну вот, смотрите, вот они, камушки идут. Камушки. Ой, красота, ребята, просто красота. Вон, рыбку там ловят. Вот, смотрите, здесь волейбольная площадочка еще есть. Там отели тоже так же располагаются. Но, в принципе, все люди цивилизованные, никто в гости к друг другу не ходит. В России практикуется такое, знаете. Вот, здесь все нормально, все хорошо. Вот. Мелкая галька. Море просто идеально чистое. Настолько оно чистое, ну, это вообще капец. Там есть вон пристань, можно с нее попрыгать, понырять. Тоже все ограждено буйками. Вон рыбки, смотри, плюхаются. Да, красота. Так, время сейчас у нас в районе 7 утра. Часы я с собой не взял. Вот. Пока еще так прохладненько, свежо, хорошо. 27 градусов, по-моему, было. Я ходил на телефоне, посмотрел. Так, ну что, идем дальше. А дальше, в принципе, уже, наверное, и все. Всю территорию я вам показал.
отеля. Номер еще покажу, чтобы посмотрели. В принципе, отель достаточно хороший. Вот. Но сразу будьте готовы, когда вы заедете, только приедете, на ресепшене вас не будут облизывать. То есть встречать вас будут не очень мягко, потому что это не только нас встречали, я со многими людьми здесь общался, они, в принципе, все то же самое сказали, что прилетели даже там с детьми, не с детьми, пофигу. Вот есть 2 часа заезд, значит, 2 часа будете заселяться. Ну, либо намекают то, чтобы там бабосы заплатить, и они вас сразу заселят. Вот у меня ребята тут знакомы, ну, как знакомы, здесь познакомился, втроем прилетели. Прилетели они в 11, наверное. Вот, и $60 с них попросили, чтобы прямо сейчас их заселить с видом на море. Вот. Да, $60, 6 там, ну, округлим на 8, 4,5 тысячи, да, образно там. Смотрите, что я вам скажу про номера с видом на море. У нас номера не на море, у нас на горы. Вот они, номера с видом на море идут. С видом на море, да, вот сейчас, в принципе, тут очень красиво, да, в принципе, бассейн, там море посмотреть. Но как только солнце переваливает на эту сторону, это где-то часов в 10, наверное, оно заходит, все, в номер в этих находиться вообще нереально. Только кондиционер спасает. Ну, можете представить, что такое каждый день вам светит в окошко солнце. Солнце здесь, будь здоров, вот. Щадящее вообще, оно просто, я вот весь обгорел, можете даже увидеть, наверное, на лицо, да? То есть я даже не загорал, просто покупался. И все. Поэтому мой совет вам: не переплачивайте с видом на море. Смысла этого нет, потому что в целый день стоит солнце, светит вам в номер, вы там не посидите. Вот, а выйти так пару раз посмотреть на море, ну, можно и с набережной, вот отсюда даже и видать, все посмотреть. Так, что вам еще рассказать? Ну, питание здесь достаточно хорошее. Мы изначально, когда прилетели, встретили нас не очень, я вам сразу расскажу, потому что мы зашли. Ну, молодой человек на ресепшн стоял, он дал понять, что, типа, за бабки мы вас можем сразу заселить. А так, типа, вы 13-е там, стоите в очереди. Ну, хотя номера тут у нас очень много было свободных, в принципе, вообще достаточно свободных. Можно было просто заселить. Вот, и тупо все, ожидайте 2 часов дня заселения, выезд в 12 часов. В итоге, короче, как же он сказал, ну что-то он там хамил, я уже не помню подробности, вот, но что-то какое-то хамское поведение у него было. В итоге, короче, он через час дал нам карточки от номера, и мы заселились в номер 1560. Приехали мы сюда в районе 10 утра. Вот, 10 утра мы пошли покушать, потому что с дороги всю ночь, в принципе, ничего не ели. Есть было нечего, то есть, ну, представляете, да, такой движ. Приехали, а на ресепшене там нагрубили, есть нечего. Мы думаем, куда мы попали. Ну, реально, короче, в столовке огурцы, помидоры и там какие-то, ну, что-то. Хлеб и еще какая-то ерунда была. То есть, когда до этого, там, в других отелях, да, ну, в Тиму в том же были, то есть, там, ночью в 2 мы в 2:30 прилетели, нам там сразу поляну накрыли, мясо, фигясо, пиво, не пиво, здесь такого, в принципе, нет.
здесь вас ублажать не будут. То есть здесь четко по времени. То есть если, допустим, бар там какой-нибудь в, ну, допустим, уличный закрывается в 12, да, вот именно вот этот, то все, в 12 часов он закрылся, и больше никто вам пиво не нальет. Вот, вот смотрите, люди уже заранее выходят, занимают лежачки. То есть лежаки занимают и идут по своим делам, чтобы потом прийти и сразу залечь на свой занятый лежачок. Вот. А что тут еще? Три лифта, из которых, в принципе, работал до вчерашнего дня только один. То есть один был полностью сломан, второй тоже еле чувствовал себя. Вот. А народу полно, и лифты не справляются, не успевают. То есть, в принципе, ты можешь, ну, мы живем на пятом этаже. То есть, допустим, вот сейчас ты вызываешь лифт с минус первого, да? Вот, и все, кто по цепочке там понатыкали, то есть ты можешь кататься вверх-вниз. Кто быстрее нажал, того лифт туда и повезет. То есть нет такого там вверх, и сразу там ты нажал пятого, тебя на пятый повез. Вот, ты можешь там, допустим, с первого этажа, ой, ну да, с первого уезжаешь, кто-то нажал минус один, кто-то нажал пятый, там, кто быстрее, ты можешь также вниз прокатиться со всеми и потом уже только наверх. В общем, такая вот история. Вот, но в целом все офигенно, все идеально. А, кстати, вот там еще есть детская анимация, я, наверное, забыл ее показать. Вид здесь очень красивый. Что меня здесь подкупает, так это набережная и прям сразу же с отеля выход в море. То есть это очень круто, не надо нигде ходить, переходить. Вот. Вот она, зона дискотеки. Здесь проходит, ну, анимация, танцульки, фигульки и всякое прочее. Вот, сцена. Также вот он, выход на море у нас идет. В общем, все круто. Реально. Главное, настраивайтесь на позитивный отдых. Остальное все фигня. Ну, номера такие себе. То есть, если, в принципе, не придираться, то можно кайфануть нормально. Если придираться ко всему, ну, то есть я так, в принципе, начал смотреть, придираться там, тот не то, это не то. Вот. В целом, если на это все закрыть глаза, то все идеально. Все хорошо. Пляжики, горочки, бассейны, пальмы очень красивые тут. Басики тоже моют, чистят, хлорируют. Кстати, бассейн здесь, по-моему, в 8 часов вечера уже закрывают. Ну, как закрывают? Начинают хлорировать, обрабатывать, дезинфекцию проводить. Вот. На входе в ресторан измеряют температуру. Ну, так, показательно. Вот, на раздачах вам накладывают повара. То есть не вы сами себе накладываете, а вам накладывают повара еду. Вот. В принципе, это нормально. Ну, вы сами знаете, какой у нас народ, как он себя ведет. Я попробую потом еще, может, заснять, если получится. Сейчас зайдем, быстренько пройдемся, посмотрим. Ну, народ, как обычно, здесь накладывает всего и побольше. Половина не съедает. Все, люди выкидывают.
Ну, в принципе, здесь все у нас осталось. Все то же самое, пока еще не накрыли. Вот рулетики можно попробовать. Яички. В принципе. Ладно, ребята, пойду я в номер. Разбужу всех и пойдем, наверное, позавтракаем. Смотрите, кстати, здесь на минус первом этаже есть еще бассейн. Вот, но он закрыт. Там делают ремонт. То есть, если он был открыт, это еще один плюсик был бы. Поехали. Опа, не успели. Пятый этаж попер. Друзья, ну как-то так. Вот такой отельчик. Если что, пишите комментарии, буду отвечать на них. Все вам расскажу, что да как. Вот, ничего скрывать не буду, что там плохо, хорошо, знаете, как люди там бывают, что типа все идеально. Вот, нет, ничего тут идеального нет, но хороший отельчик, в принципе, отдыхать за свои бабки можно. Поэтому пишите, до скорой встречи, пока.